Здравствуйте. Я на Цюев, Спутник Лайф. Можно? Да, можно. Вакцину доставили только вечером, а уже утром очередь привиться. Лейсан Гимазетдинова сама врач. Перед тем, как поставить именно «Спутник Лайт», внимательно изучила вакцину. 91%. Эффективность вакцины «Спутник Лайт» составляет 87%. «Спутник Лайт» рекомендуют тем, кто переболел полгода назад и кому от 18 до 60. И главное его отличие от «Спутника Ви» – вместо двух компонентов человек получает только один. Пришел сегодня в поликлинику на первую вакцину. Мне говорят, что появился лайт. Вот я согласился на лайт. Лучше, чем два раза ходить. Удобно в плане, когда ты работаешь. Естественно, не надо отрываться два раза с работы, отпрашиваться, бежать и так далее. Вакцины от коронавируса делают во всех поликлиниках набережных Челнов. В день в каждой прививаются по 350 человек. Многие ждали именно «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» появилась у нас в городской поликлинике номер 5 только вчера вечером. До этого врачи составляли лист ожидания. Они еще знают очень мало людей. На данный момент 25 человек записались на вакцинацию. Теперь выбор вакцин от COVID стал еще шире. И каждый при помощи специалистов может сам выбрать, какой привиться. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Петр Греков, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.